Лёня, Полин, Ваня хочет сказать несколько слов от лица всей команды. Можно поддержать? Ребята, дорогие, это будет искреннее признание от всей нашей большой команды, от всех людей, которых вы пригласили создать этот праздник. Мы вам говорим большое-большое чувственное, доброе, искреннее спасибо. Хотим вам подарить вот этого фламинго, ваше новое жилье, вот эту птицу счастья, чтобы вы вспоминали об этом вред. И еще один небольшой подарок, памятные браслеты с персональной гравировкой, доставайте. Даже если вы в какой-то момент окажетесь с ней рядом, вы всегда сможете, докоснувшись до этого браслета, вспомнить о том, что вы самый счастливый человек на Земле, и у вас есть вторая половинка. Аплодисменты, ребята!